13 тысяч бегунов из 15 стран мира и 47 регионов России. Таковы итоги проекта «Бегом по Золотому кольцу 2015». Среди тех счастливчиков, кому довелось не только пробежать по 7 живописным трассам, но и набрать больше всех баллов в индивидуальном зачете, оказалась Ольга Соколова из Рыбинска. Хотя забег в родном городе, признается девушка, получился немного смазанным. Заявиться вовремя не удалось, и пришлось бежать на ту дистанцию, которую хотелось бы. В таком проекте я впервые, честно сказать, участвую, и мне очень понравилось то, что открытая такая дружеская атмосфера царит вот на всех 7 этапах. Много очень друзей, знакомых появилось, те, кто только начинают бегать, и те, кто уже живут спортом. Кроме личных, были награды и командные. Кубки получили вузы, школы и даже детские сады. В своем мнении, все участники едины. Проект удался. Однако останавливаться на достигнутом организаторы не намерены. Уже в следующем году серия «Бегом по Золотому кольцу» перестанет быть чисто региональным проектом и выйдет за пределы Ярославской области. Планируем расширять события до географии именно настоящего Золотого кольца. То есть у нас в программе максимум выход в 6 субъектов федерации. Это Кострома, Иваново, Плёс, возможно, там оба города вместе, Сергиев Посад, Владимир, Москва. Кроме того, рассматривается вариант проведения в Ярославле сразу 2 этапов серии, по одному весной и осенью. Год от года организация сама и интерес к марафону должны подниматься. То есть он должен быть лучше, чем в предыдущем году. Пока окончательный календарь проекта 2016 года еще не готов, но уже точно известно, что старт новой серии также будет дан в Тутаеве 1 мая. Владимир Летуновский, Олег Лушников и Сергей Гребушков. День в событиях.